сейчас такая ситуация, когда вот пришло время, видимо, более четко обозначить эту внешнюю границу и взять ее под контроль. Кому-то не нравятся заборы, допустим. Ну, какие еще есть способы вот, прекратить вал этих нежелательных иммигрантов и беженцев? Да? Вот каким образом? Ну, просто хотя бы понимать, сколько их. И, допустим, в той же Греции, вот смотрите, они приезжают на острова, там немножко проще. Вот они на этот остров Кос приплыли, предположим, да? Все, там с острова никуда там не денешься, в Афину, во всяком случае, не доплывешь так просто, да, вот. Все, их там раз, так сказать, там полиция, они сами даже приходят, и даже полиции ловить не нужно, потому что куда идти-то на острове, вот они приходят уже к этим лагерям, где размещаются другие беженцы, да, их туда вот скопом загоняют, все. То есть, как бы, здесь ситуация более-менее подконтрольная. Но когда вот так они нелегально через, там, Македонию попадают в Венгрию или через Сербию, здесь ситуация неподконтрольная, да, то есть здесь может кто угодно попасть, в том числе и террористы, между прочим, не надо забывать об этой угрозе.